Троцкий, подойди, посмотри на ней эти самые. Есть опознавательные, кроме того, что я посмотрю. Поищи. Жилой дом. Обшивка выброшена. Четыре кассеты. Да, да, я оставил Пашу там, потому что Андрюха подъезжать будет туда вроде. Ага, хорошо, понял. Давай. А это? А вот там, когда тебя туда отведу. Ты меня туда не отведешь, блядь. Ты ближе, чем на 100 метров не подойдешь, потому что там не разорвавшаяся хуйня 4-метровая. Что, красавчик или что, я не пойму, что ты там был? Друг. Герой, блядь. Прошу, тут герой, друг. Я просто сейчас не похож. Да мне похер, кто ты не похож. Я такой же, как и ты. Смотри, чтобы вопросов не было. Я просто сейчас не похож. Братан, я тебе просто говорю. А, вот эта хуйня там как раз и лежит. Ебаный в рот. Головка там. И вот такая она 4-метровая, блядь. Да. Ой-ой-ой. Ступай мягко. Вот это прилетело. Так, света мало. Фонарик ебани. На трубу. Вот эта вот вещь прилетела к нам. Это маленькая хрень. Подожди, это я думал, это труба. Ты ебанулся, я ж тебе и говорю. Какая труба, в пизду. Посмотрим, что у нас тут. Что это у нас? Вот такая.